Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Во имя Всевышнего мы будем успешны в изучении Торы, и Он сделает наши поступки успешными. Барух Хашем, всегда хорошо вернуться в Авентуру на еще один урок. В отличие от других уроков, которые мы делали в течение нескольких последних лет, за исключением одного, который мы делали несколько раз, мы делали урок об излиянии семени впустую, один во Флориде, другой в Нью-Йорке, известный урок в Нью-Йорке. Этот урок нужно распространять даже больше, чем те два. Это не тот урок, который делали до этого на английском. Очевидно, есть урок Рава Мизрахи, Шихе, о геноме. Но это закрытый урок, то есть вы можете получить его только напрямую от него. В интернете нет об этом никакой информации. Есть некоторые уроки о геноме в интернете на иврите. Но ничего больше на английском. Вы, ребята, и множество других спрашивали меня сделать урок о геноме. Уже по крайней мере пару лет. Именно мне не хотелось этого делать. И не обязательно, потому что мы хотим скрыть правду. Боже упаси. Как вы видите, в еженедельном уроке все больше и больше правды. Каждую неделю. Все больше и больше чувы каждую неделю. Но также есть определенный уровень того, что люди, как мы думаем, могут выдержать. Из-за того, что мы действуем в соответствии с мнением Торы, что касается каждого нашего действия, которое мы делаем, по крайней мере, я пытаюсь сделать все, что в моих силах. Что бы я ни делал, я спрашиваю моего Рава. И я стараюсь использовать все мнение как можно меньше, потому что я очень упрямый. И у меня очень много мнений. То есть это значит, что я должен использовать их меньше и придерживаться Торы. И Тора — это не только пятикнижие Моисея, это не только Гемара, это не только Мишна, это не только Заар, это также ваш Рав. И иногда есть определенные вещи, которые вы можете делать, вы должны спросить вашего Рава. Но для всего есть время и место. И так, в течение последних нескольких недель мы откладывали этот урок. Потому что мы дошли до Мишны Пиркей Авот, и сейчас мы дошли до номера 84. Но мы шли до номера 84 почти целый месяц. И причина, почему мы не начали номер 84, все по той причине, что невозможно избежать темы генома. Это то, о чем наш урок. Это то, о чем наша Мишна. То есть, если вы хотите врать, вы можете сделать этот урок об этой Мишне и придумать все, что придет вам в голову. Вы можете говорить о Гнедине, вы можете говорить об ангелах, вы можете говорить о чудесных вещах. Но если вы действительно посмотрите в Мишну, если вы посмотрите на комментарии, на то, что на самом деле сказано в комментариях, реальность такова, что тема наказания, тема награды, тема Ганедана и тема генома являются важными частями Торы. Это так же, как Шаббат. Это так же, как Кашрут. Так же, как скромность. Так же, как Гиюр. Так же, как мы против идолопоклонства и так далее. И тому подобного. Тем не менее, в западном мире, я бы сказал, в 99% мира, не только в Америке. Большинство людей не верят в геном. Большинство людей ничего об этом не слышали. Может быть, они слышали несколько коротких историй. То тут, то там. И они говорят, может быть, это неправда. И они спрашивают своего раввина. А что насчет генома? Он отвечает. О, нет, это стиральная машина. Это стиральная машина. Есть статья на Chabad.com или Chabad.org. И неважно вообще, какой это сайт, где они написали о геноме. И кто-то спросил их, есть ли геном в иудаизме? Есть ли геном в Торе? И они написали статью около 5 или 6 лет назад, в которой геном был описан как такое хорошее место, что я даже написал им, я хочу попасть туда. Это было такое хорошее место, такая хорошая стиральная машинка. Честно говоря, это звучало лучше, чем Ган Эден. И не понравились мои комментарии, поэтому они их не опубликовали. Но тем не менее, я написал ему несколько источников, как он был неправ. И то, что он сказал, нет в Торе. И все это выдумка. Но, к сожалению, западный мир врал вам. Мне и всем остальным. Говорят, что геном — это стиральная машина.
Они говорили вам, ребята, что самая важная вещь, которую вам нужно знать о геноме и о наказании в общем и на небесах, это позор. Позор. Это позор. И я прочитаю книги не только с комментариями на Мишну. Мы также будем использовать Танадеве Ильягу, мы также будем использовать Гемару, мы также будем использовать Танах, мы также будем использовать Пятикнижие Моисея, мы также будем использовать книги праведников, такие как Шарей Гульгулим и многие другие. Мы будем использовать не меньше, чем 50 различных источников. И в конце урока моя цель не обязательно вызвать у вас кошмары. И я не очень хочу вызывать у вас кошмары. Если честно, то проводить этот урок – это кошмар. И я пытался не делать это. Если бы это зависело от меня, то я бы этого не делал, но в поколении, в котором большинство людей думают, что страх перед небесами – это ругательное слово, или это не политкорректно, настало время для кого-то это сделать. В месте, где нет лидера, по крайней мере, попытайся быть им. И как я сказал вам, ребята, на воскресном уроке или на уроке на прошлой неделе, что если бы я был бы ослом и пришел бы сюда и сказал бы вам, «Ашем благословен», он сказал, «Соблюдайте шаббат». Есть стих в недельной главе, Китиса. Вот стих, та-та-та-та-та. Нет никакой разницы, кто я. Если я даю вам источники того, что я говорю, то тогда неважно, осел я или человек. Итак, цель сегодняшнего урока – показать вам, что нигде, нигде не сказано, что вы должны волноваться о геноме из-за стыда. Нигде не говорится, что вы должны волноваться о геноме из-за того, что это стиральная машина. Не только об этом ничего не говорится, это все выдумка нашего политкорректного ума. Это то, что мы хотим, чтобы все так было. Мы хотим, чтобы это был приговор на 12 месяцев. Как люди думают, что геном только 12 месяцев, это очень, очень далеко от правды. Мы хотим, чтобы это было так, чтобы нам было удобно идти против Всевышнего, кушать все, что двигается, и все, что не двигается, одеваться как проститутки, присваивать чужое, как воры, каждый день осквернять имя Всевышнего. Но за 70, 80, 120 лет жизни они будут страдать только 12 месяцев? И считать это не таким серьезным страданием? Это похоже на то, как люди насмехаются над вами и стыдят вас целый год, бедняжка. И я не нашел этого в книгах. Я пройдусь по источникам. Я прочитаю все, что сказано, буквально. Это не мой язык, это не мое мнение. Если вам это не нравится, жалуйтесь Богу. Я попытаюсь как можно меньше использовать свое мнение. Я попытаюсь дать вам как можно больше номеров страниц, как можно больше названий книг. Я попытаюсь двигаться как можно плавнее. И с помощью Всевышнего мы преуспеем в развитии страха перед небесами. Будут очень красочные подробности. И я не буду вдаваться в каждую деталь того, что там происходит, потому что в ней недостаточно времени, чтобы сделать это. Если я объясню вам, что происходит в одном из уровней, только в одном, а их семь, если я объясню вам, что происходит в одном из них, время закончится, и мы до сих пор не закончим. На самом деле, я не знаю, что есть ли достаточно времени в этом уроке, чтобы сделать это, если мы даже планируем сделать трехчасовой урок, как обычно. Я не знаю, достаточно ли времени, чтобы объяснить всю информацию, которая есть у меня. Возможно, это будет серия уроков. К сожалению, для меня это искупление за грехи. Но, тем не менее, это заслуга. И с Божьей помощью, Святой, благословен Он, увидит, что я не хочу получить за это какую-то славу. Я не хочу за это получить какие-то заслуги. Я только хочу, чтобы вы, ребята, поняли, чтобы вам не говорили о геноме. Это откровенная ложь, и надеюсь, люди поймут, что это очень даже реально. В конце своих дней, что Раби Израиль, Мисалам, сказал об Авор Израиль. Он сказал, если бы люди поняли, если бы они просто поняли огонь генома, не на самом худшем уровне, на седьмом уровне, который не кончается. В Гемаре в трактате Рош Ашана, страница 17а, сказано, что Машиах придет, произойдет воскрешение из мертвых, мир закончится, но этот геном не закончится. Этот геном, этот отдел генома не закончится. Мы не говорим о седьмом уровне. Он сказал, самый низкий уровень, первый. И если бы люди поняли силу огня на первом уровне,
они сказали бы, знаешь, что Всевышний, не давай нам никакой награды, но только не отправляй нас туда, не награждай нас за все наши мицвот, но только не отправляй нас в геном. Этого достаточно, что я не попаду в геном на миг, как награда за 120 лет выполнения мицвот и капарат аванот, и страдания всю мою жизнь. Этого достаточно, если я не попаду туда. Никакого Ган Эдена, никакой награды, ничего. И если бы вы поняли, что это значит, есть некоторые люди, когда они слышат какие-то вещи о геноме, которые я время от времени говорю, небольшие цитаты. Они говорят, сделай больше, сделай больше. Если в конце этого урока вы все еще будете так же полны энтузиазма, это значит, что вы ничего не чувствуете. Это просто значит, что, к сожалению, вы бесчувственны, и нам нужно сделать намного больше работы, чтобы сделать шуву. Потому что если бы вы поняли некоторые из этих вещей, ненормально, если вы плачете во время учебы. Это ненормально. Вы обычно не плачете, когда учите о Раби Акиве. Вы не плачете, когда вы изучаете Аллахот. Это ненормальная вещь. Тем не менее, это необходимо. В одном из Мамарим рассказывается, что Раби Акива однажды, он мог видеть те вещи, которые недоступны для других людей. Он увидел человека, бегающего туда-сюда и собирающего дрова. Этот человек выглядел растрепанным. Он выглядел расстроенным. Он был весь в дыму. Он был раненый. Он носился туда-сюда с дровами. Он бежал быстро, будто кто-то на самом деле преследовал его. Он не видел никого, кто преследовал бы его. Он пытался сказать ему, чтобы он остановился. Но он не остановился. Он пытался сказать ему снова, чтобы он остановился. И он не остановился. И тогда он сказал ему, «Я приказываю тебе остановиться в заслугу Торы. Я приказываю тебе остановиться». И человек остановился. Он спросил его, «Кто ты?» Он ответил, «Я не из этого мира. Я не отсюда». Он сказал, «Я не знаю, кто ты и что ты здесь делаешь, и зачем ты постоянно носишь дрова?» Он ответил, «Это мое наказание, и я Кафакела». Кафакела происходит до генома. Я совершил грехи в моей жизни, и мое печальное наказание таково, что я вынужден собирать дрова, чтобы они могли сжигать меня этими дровами утром, и чтобы еще хватило сжигать меня ночью. Они сжигают меня до пепла, и я чувствую боль в 60 раз больше того, что вы считаете болью. И потом я превращаюсь в пепел, и я превращаюсь в ничто. И потом они оживляют меня снова. И потом я снова бегу и собираю дрова, чтобы сжечь себя снова. Это произошло с Раби Акивой. Это не придумано Яроном Рувеном. Если это было слишком жестоко для вас, тогда нормально, если вы уйдете. Вы, по крайней мере, должны просмотреть этот урок позже. Может быть, вы осилите только 10 минут за один раз. Может быть, вы осилите полчаса за один раз. Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что это не легкий урок. Не давать его, не изучать его. Но, тем не менее, нам всем надо знать это. Потому что в Геморе, в Трактате Брахот говорится, когда к человеку приходит Ицарара и побуждает его совершить грех, он говорит, скажите Криат Шма. Зачем произносить Криат Шма? Произносите Криат Шма, чтобы помнить, что есть Бог. Если это не работает, вы все еще хотите встретиться с нееврейкой или с неевреем, есть некошерное, быть неприличными, вы все еще хотите сделать это и пойти против Всевышнего, он сказал, учите Тору. Зачем учить Тору? Она напомнит, что вам не позволено делать это. В Геморе сказано, если это не работает, хорошо, я сказал Криат Шма, никакого эффекта. Я учу Тору, вообще ничего. Я хочу сейчас еще больше грешить. Что мне делать сейчас? Там говорится, напомни ему, что он однажды умрет. Зачем это? После этого больше ничего не говорится. Там не говорится, поговори с ним о чем-то еще. Почему? Когда вы знаете, что произойдет, когда вы умрете, то тогда вам больше ничего не надо. Это то, с чего мы начнем. Итак, господа, приготовьтесь. И снова я не обижусь, если вы не сможете выдержать это. В любом случае мы преуспеем. И вызовем немного страха перед небесами в западном мире. Итак, первое. И самое важное.
Мы должны знать историю, почему эти уроки Торы были очень важной частью народа Израиля. Из поколения в поколение до нашего, к сожалению, ужасного поколения. Если вы обратите внимание на высказывания Адмора из Коцка, некоторые из этих хасидов, и честно чувствую, будто они так далеко от нас, как Моше Рабейну. И они спросили его: «Уважаемый Рав, как не евреи со своим идолопоклонством могут так достигать успеха?» Только неделю назад, Ашем и Рахем, они провели массовое обращение в Израиле. Массовое обращение в христианство, в идолопоклонство, массовое обращение в Израиле, в святой земле. Массовое обращение. И они уже спрашивают Адмора из Коцка, они уже преуспевали в то время. Как они могут преуспевать, а мы даже не можем найти Хевруту? На урок Торы приходит всего 25 человек. Почему? Он сказал, еретики верят в свою ложь и активно пропагандируют ее. У нас же есть правда. Но мы действуем в полсилы и боимся сказать правду. Если бы верили во все, что сказано в Торе, вы были бы самыми счастливыми людьми на свете, выходили бы каждый день на улицу, вы бы не ждали бы, не говорили бы «Мадеани в постели», вы бы говорили «Мадеани на небесах, благодарю тебя, Господи, что я еврей». Каждый раз, когда вы увидели бы не еврея, увидели бы Дональда Трампа, увидели бы Билла Гейтса, увидели бы Уоррена Баффета, вы бы увидели всех этих неевреев, Барух Шала Санигой, глядя именно на них, не глядя на какого-то бездомного нееврея. «О, спасибо тебе, Господи, что я не еврей». Нет, глядя на всех этих богачей и миллиардеров, вы говорили бы «Барух Шала Санигой». Если бы вы на самом деле верили в то, что сказано в Торе. К сожалению, мы в это не верим. К сожалению, мы видим видео, в которых говорится о Дональде Трампе, и мы так радуемся. Ого, посмотрите, Дональд Трамп спас Рубашкина. Да это все от Всевышнего. Да, это хорошо, он хороший лидер. Машиах придет. Какая же гематрия? Давайте будем инвестировать больше денег в биткоин и фондовый рынок. Так мы радуемся. Мы радуемся о Дональде Трампе. Мы радуемся об ерунде. Вместо того, чтобы радоваться, что мы евреи. У вас в кармане есть правда. Итак, господа, когда мы боимся говорить правду, это дает кафрим, это дает еретикам, это дает идолопоклонникам из христианства, еретикам и другим глупцам из ислама или другим идолопоклонникам из буддизма, всем другим религиям. Это дает им даже больше силы. Почему? Идите и спросите их, сходите в их церкви, сходите в их мечети, сходите в их буддийские храмы. Посмотрите, нуждаются ли они в деньгах. Я думаю, этого никогда не существовало в истории, чтобы церковь нуждалась в деньгах. Почему? Потому что глупцы, которые следуют за всем этим, ложь это или не ложь, они верят в это на все 100%. Мы? Едва ли. Но у нас есть истина. Одна из причин, почему это происходит, это все из-за того, что мы слишком стараемся угодить всем вокруг. Пора забыть об этом и перестать всем угождать. Пора начать угождать Всевышнему. Если бы этого не было в Торе, то тогда бы мы не говорили об этом. Итак, первая вещь, которую нужно знать человеку, это то, что ему нужно понять, что он не всегда будет здесь. Некоторые люди доживут до 120 лет, как Моше Рабейну. Некоторые доживут до 23 лет, как мой двоюродный брат, который умер в прошлом году на Рош-Ашана. Та же самая цена. Все думают, что они проживут до 120 лет. Реальность такова, что чем больше вы живете, тем больше вы понимаете, что этого не произойдет. Вы встречаете людей, и они неожиданно вдруг исчезают. Давайте сначала узнаем, что происходит. Есть такая книга, которая называется «Гешер Лахаим». Ее автор Равин Ихиэль Мучинский. Он говорит несколько вещей. Иногда Тора говорит вам разные вещи. Алахот, Сипурим и так далее. И вам нужно, чтобы Тора вызвала у вас немного страха перед небесами. Иногда Тора не вызывает у вас страха перед небесами. Почему?
Вы не дошли до этого раздела. Вы пропустили его. Вы этого не поняли. Раввин Эфраим, мой рав, сказал, иногда вам нужно говорить о том, что произойдет, когда вы умрете. Итак, Гешер Лехаим в буквальном смысле говорит об Алахот, что происходит, когда кто-либо умирает. Итак, Алаха об омовении тела, омовении усопших. Омовение тела умершего – не самая приятная вещь на свете. Но вы все должны знать об этом. Вам придется пройти через это в определенный момент. Я в том же числе. Со мной это тоже произойдет. Когда человек слишком гордится своим внешним видом, своими деньгами, своим интеллектом, всеми материальными вещами, которые есть у него, вы должны знать, что в определенный момент вы будете как индейка, и из вас будут что-то вытаскивать, из вашего другого конца. Вы станете трупом, и в следующий раз, когда вы будете очень горды, высокомерны, или захотите выпендриваться, просто помните, вы будете трупом. Единственная разница в том, что индейка кошерна. Мертвое тело – это мукция, к нему нельзя прикасаться в шаббат. И это очень неприятная вещь, когда вы на самом деле поймете, что кому-то придется вычищать экскременты из вашего тела. Но это может помочь вам с вашим высокомерием. Это помогает мне понимать, что на самом деле, чем вы так гордитесь, что однажды вы будете мукцы? Итак. После того, как человек попадает в могилу, могила, согласно Аллахе, должна быть глубиной 1.25 метра. Сначала вы должны опустить ноги и потом голову. Если кто-либо когда-нибудь был на похоронах или видел похороны, это на самом деле искупление за грехи. Это ужас, это травмирующий опыт. Неважно, какая религия, и тем более в иудаизме. В других религиях мертвых иногда сжигают, и некоторые ненормальные люди ставят этот пепел у себя дома. Другие люди кладут тела в гробницы, и они выглядят как что-то очень дорогое. Я думаю, для них это выглядит хорошо. В иудаизме у нас нет такого. В иудаизме, когда тело помещают в могилу, это выглядит как мешок с картошкой, который положили в яму. Это то, что будет с нами. Я пытаюсь как можно ярче описывать это, чтобы вы поняли, о чем я здесь вообще говорю. Тот, кто видел это, должен быть хотя бы немного травмирован. Если вы не видели это, большинство людей думают так же, как и вы. Это все, конец, закончилось. Человек закончил свою жизнь, он жил 70 лет, 80 лет, 90 лет. Сейчас все закончилось. Это все. Небольшой мешок картошки, лежащий в яме, и это все. Пошли домой. Все говорят кадиш, они делают это в течение первого года. Все, конец. Небольшой мешок, лежащий в яме. Все, конец. Все совсем не так. Святая Тора говорит, что это то, когда жизнь только начинается. В тот момент, в момент, когда глаза человека закрыты, в момент, когда его нишама покидает тело, больше нет сомнений, больше нет вопросов, больше нет никаких сомнений. Больше нет мысли наподобие. Я не совсем уверен. Этого больше нет. Тот момент, когда ваша нишама покидает ваше тело, когда человек уходит из этого мира, он все знает. И он знает, что ему ожидать. Итак, если вы посмотрите в книге Раби Иуда Автае, который получил эту информацию из разных источников, из Заар, о своих рабаним, но он также получил ее Дибуким. Дибуким – это люди, в которых вселились другие души. Обычные люди, как вы и я, которым пришлось пройти через самый настоящий тикун, настоящий кошмар, когда душа вошла в их тело и захватила над ними контроль. Почему вообще эта душа здесь? Эта душа не в геноме, она не заслужила попасть в геном. Она попала в место, которое есть до этого, которое называется Кафакела. Кафакела нет 12-месячного заключения. Кафакела может быть в течение 1000 лет, может быть вечно, может быть 5 минут. Там нет никаких временных ограничений. Кафакела – это наказание без остановки. Когда человек находится в Кафакела, его наказывают всеми разными способами. Есть определенные ангелы, которые ответственны за его или ее избиение без остановки. И они дают ему надежду, что он может убежать. И он постоянно от них убегает. О, появился террора и отключил нас от интернета. Возможно, есть люди, которые жаловались.
И они дают ему надежду, что он может убежать. Он не просто стоит там. Тем не менее, он бежит, и они позади него. Он бежит, и они позади него. Не для того, чтобы поздороваться и спросить, как дела. Иногда они берут его или ее душу, зависит от того, кто был грешник, мужчина или женщина. И они берут эту душу и швыряют ее. Куда они швыряют? В открытый космос. С одного конца галактики, в котором она находится, в другой ее конец. Туда, сюда. Но во время этого путешествия они бьют ее, как рогатка. И когда этот бедный человек, который умер, находится в могиле, это то, чего ему следует ожидать, если он грешник. Первое, что происходит, когда человек умирает, приходят эти Малахи Хабала. Эти ангелы приходят, и они не знают, что такое милосердие. Там нет понятия милосердия. Это одна из вещей, которые мы не можем понять. Мы думаем о милосердии, но как мы думаем о милосердии? Мы думаем, что на небесах есть милосердие так же, как здесь. Чтобы дать вам немного понять это, так же, как Всевышний неограничен в любви к вам. Он также не ограничен в своем гневе. У него нет понятия предела. Наказание, о котором вы можете подумать, это даже отдаленно не похоже на то, что там происходит на самом деле. Потому что ваше мышление ограничено. Некоторые из вещей, которые вы услышите, вы можете сказать, что это за Бог такой? Это звучит жестоко. Это звучит ужасно. Да, в этом и дело. Это ужасно, это жестоко. И первое, что они делают, эти ангелы разрушения, и есть определенный Малах, который приходит к нему, приходит к телу. И первое, что они делают могилу глубже. Делают глубже. Как я сказал вам до этого, что согласно Аллахе, могила должна быть 1.25 м. Но они делают ее глубже. Для чего глубже? Потому что в тот момент они берут нишаму и помещают ее назад в тело. Они помещают ее назад в тело. Потом они заставляют тело вставать. Почему? Они хотят, чтобы оно стояло и все чувствовало. Зачем все чувствовать? Почему? Потому что тело и душа грешили вместе. И в Геморе есть спор между Антонинусом и Рэби. Антонинус сказал Рэби, нишама и тело могут избежать наказания. Почему? Они поднимаются на небеса на Бейдин. Нишама говорит, послушайте, я не согрешила. Это тело согрешило. Тело согрешило. Могу ли я сделать что-нибудь без тела? Посмотрите, когда я была здесь, я была святой. Я все делала правильно. Но когда вы поместили меня в тело, я начала грешить. Я не делала это. Тело грешило. Тело говорит небесному Бейдину, посмотрите, я не могу двигаться. Как только вы вытащили из меня душу, я не могу двигаться. Я голем. Я ничто. Я просто кусок мяса, бифштекс. Я ничто. Это то, что Антонинус сказал Рэби. Рэби сказал, нет, все совсем по-другому. На что это похоже? Это похоже на такую ситуацию. У одного человека был сад, и он хотел найти кого-нибудь, чтобы проследить за ним. Два человека, которых он смог найти, один из них был слепым, а у другого были парализованы ноги. Он не мог двигать ногами. Он сказал им, проследите за моим садом. Он знал, что они не смогут ничего своровать. Но эти двое были воры. Тот, который был слепым, сказал тому, который был хромым, послушай, ты ничего сам не сможешь сделать, но вместе мы сможем это сделать. Мы можем сделать это вместе. У тебя есть глаза, у меня нет глаз, я ничего не вижу. Но тут так хорошо пахнет. Может быть, это яблоки или какие-то другие вкусные фрукты? Давай что-нибудь возьмем. Как мы это сделаем? Я посажу тебя на мои плечи. Ты будешь видеть, куда мы идем. Я пойду. Ты скажешь, куда мне идти, направо или налево. И это то, что они сделали. Хозяин появился, и ничего нет. Он спросил, кто украл мое имущество? И он смотрит на того, который был слепым. Он сказал, я даже не вижу, что есть вокруг. Тот, у которого нет ног, сказал, я даже не могу ходить. Куда я пойду со всем тем, что было украдено? Может, кто-то украл? Это ночью. Это не мы. И хозяин сада не был дураком. И он сказал, нет-нет-нет, мои друзья. Именно вы это и сделали. И никого, кроме вас, здесь не было. И он ставит слепого человека в одно место,
и садит парализованного человека на его плечи, и избивает их вместе, и судит как одного человека. Рабби сказал, это душа и тело. Душа поднимается на небеса и говорит, Всевышний, я не могу грешить без тела. Тело говорит, Всевышний, я даже не могу двигаться без души. Всевышний говорит, соедините их вместе и судите их как одного человека. Бесплатный сыр только в мышеловке, друзья. Все эти люди, которые пытаются убить себя и думают, что после того, как они убьют себя и все их проблемы закончатся, если бы они на самом деле знали, что произойдет в момент, когда они умрут, они бы сожалели о том моменте, когда они подумали о том, чтобы покончить с жизнью, потому что жизнь на самом деле только начинается в тот момент. Источник этой истории – это Гемара, трактат Санхедрин, страница 91b. После того, как они берут тело, сначала они делают могилу глубже и помещают душу назад в тело. И потом приходит один из этих жестоких ангелов разрушения, и он спрашивает, что стало причиной грехов этого человека? Что привело его к этим грехам? О, это все началось с его глаз. Он посмотрел на сад своего друга, потом на его банковский счет, потом на его жену и на что-то, что есть еще у него. Она посмотрела на то, что есть у ее подруги. Что привело их к греху? Не следуйте за сердцем вашим и за глазами вашими. Глаза. И приходит первый ангел, который ответственный. За что? За то, чтобы выколоть ему глаза. Повредить его глаза. Повредить ему глаза снова и снова, чтобы дать ему знать, что это причина твоего греха. Ты следовал за своими глазами. Сейчас ты понимаешь, что это значит? Сейчас ты понимаешь, сколько проблем это принесет тебе. Вы, ребята, думаете, глаза, это нехорошо. Вы не понимаете концепция боли, которая есть у вас в этом мире. Барух Ашем, я предполагаю, что большинство из вас не переживало большую боль. У меня есть немного опыта, что касается боли. Какую боль я бы не испытывал, если умножить в 60 раз, этого не будет достаточно. То есть в мире истины все в 60 раз сильнее. По крайней мере, в 60 раз сильнее. В Гемаре говорится, огонь там, по крайней мере, в 60 раз сильнее. В 60 раз сильнее. Баал Маток Мидраш составил комментарии. Он жил в прошлом поколении. Он умер около 10 лет назад. Маток Мидраш сказал своему ученику, чтобы он брал своих учеников, которым было 6-7 лет, в поход. В ежегодный поход. В ежегодный поход. Куда он вел их? Он вел их в лес, и они разводили там костер. Для чего? Чтобы печь картошку? Чтобы печь зефир? Он сказал, нет, я разводил костер в лесу и говорил всем этим 7-летним детям, видите этот огонь? Он очень горячий. Геном, по крайней мере, в 60 раз горячее. Не грешите. Геном, по крайней мере, в 60 раз горячее. По крайней мере, в 60 раз сильнее этого огня. Не грешите. Все эти маленькие дети, Барух Ашем, ощущают страх перед небесами уже в 7 лет. И сегодня мы даже не учим 70-летних о страхе перед небесами в геноме. В прошлом поколении даже 7-летние знали, что геном существует, чтобы дать понять, в каком положении мы находимся. Это было всего лишь в прошлом поколении. Разница в одно поколение. Один из уроков Торы, который на иврите, это очень хороший урок. Это очень познавательно. Это урок одного из его учеников. И вообще-то, те, кто говорит на иврите, вы должны посмотреть его. Его зовут Рав Ицхак Коэн. И он учит много Заар, о Каббале, много интересного.